Азербайджанский газ, запущенный по трансадриатическому газопроводу, уже доставлен потребителям Греции. Об этом сообщили греческие СМИ. Европейский сегмент Южного газового коридора был введен в эксплуатацию в конце 2020 года. Проект призван диверсифицировать источники и маршруты поставок природного газа в Европу. Из Азербайджана на европейские рынки будет транспортировано 10 миллиардов кубометров природного газа. Потенциал трубопровода позволяет повысить его пропускную способность в два раза, до 20 миллиардов кубометров в год.